У нас с вами вебинар на самом деле для опоздавших я задам вопрос, кто сегодня был на вебинаре, как проводить регистрацию, что высылать до и после регистрации, как отрабатывать человека для того, чтобы у вас был более качественный бизнес, и люди в работу входили естественно и понятно. Все понятно, да? Молодцы. Потому что вот вы знаете, что-то у меня новички, скорее всего, я их не доработала, потому что спрашивают, что отправить, как отправить, куда отправить. Я думаю, боже ж ты мой, были ли вы на вебинаре? Высылаю запись вебинара, и новички понимают, что они упустили очень важную тему, и причем одну из самых важных тем упустили, да? Вот, да, Оксана хорошо, понятно рассказывает, медленно, поэтапно, на каждый вопрос каждого новичка отвечает, да, то есть вам нужно обязательно, если вы пропустили данный вебинар, то смотреть его, обязательно смотреть, иначе вы запутаетесь, как проводить регистрацию, да. Мы с вами сейчас проходим курс, который технику не задевает практически, да, вы это должны понимать. Курс задевает больше теории и больше практики, что говорить, как отвечать, да, то есть я работаю сейчас с вашими вопросами. А вот эти все ссылочки, вот эта вся техника как раз, да, правила построения у нас с вами проходит каждый вторник, как регистрировать людей, что им высылать после регистрации, да, то есть уже конкретная ссылка, да, то есть техника, она идет каждый вторник и каждый четверг. И нужно обязательно делать так, чтобы вы там были и смотрели этот вебинар как минимум раз в каталог, даже если вы уже на нем были, потому что то сайт поменяется, то правила регистрации поменяются, то еще что-то поменяется, да, то новая страна открыта, и мы там рассказываем про эту новую страну и так далее, и так далее. По идее, как бы все новости у нас с вами проходят через вебинарное обучение. Поэтому все дорогие коллеги, которые любят задавать вопросы, что делать, что мне выслать человеку, допустим, который зарегистрировался, да, по второму варианту, в какие группы добавить, еще что-то, вы, пожалуйста, если пропустили запись, обязательно, пропустили вебинар, обязательно смотрите запись, иначе вы на самом деле запутаетесь и не будете знать, как работать с человеком. Да, вот, 3 раза кто-то перезашел. Фон у меня новый, мы переехали в новую квартиру, да, вот уже 4 ночи ночевали на новой квартире. У нас еще не натянут, как вы видите, потолок, простая лампочка-болванка висит, просто поставлен, вот как вы видите, шкафчик такой в потолок еще, да, еще практически ничего не доделано. Еще ничего не доделано, поэтому еще рано справлять новоселье. Квартира еще полупустая, и в ней эхо. Висит груша, нельзя скушать. Да, спасибо большое за поздравления. Я желаю всем в нашей компании как минимум заработать на свой дом или квартиру, да, как минимум исполнить свою мечту. Моя мечта исполнилась, и я очень-очень рада. Да, вторая, Леночка, вторая, вот мы в ней уже 4-й день живем, вот, да, и как бы вы знаете, вот переехали уже жить в городе, конечно, квартирки подороже. Хочется вам сказать, что, конечно же, мы будем устраивать новоселье, обязательно сделаем демонстрацию экрана, ой, трансляцию сделаем обязательно, да, потому что все же это было все благодаря вам, и, конечно, если бы не было такой команды, не было бы такой сплоченности, то, конечно, мы бы не смогли купить за 2,5 года вторую квартиру, да, и вы знаете, я всем желаю повторить наш результат, и, конечно же, тут дело не только в деньгах, тут еще и дело в том, что вот мы недавно общались с драгоценным директором с моей структуры, и вот она, в принципе, смогла оплатить маме дорогостоящую операцию, и мама у нее осталась живая. Да, деньги измеряются не только квартирами, да, не только машинами. Вы должны понимать, что элементарные вещи, когда вы можете своим родным спасти жизнь, это тоже ценно, это тоже важно. И, как вы знаете, я
Папа у нас в прошлом году его сильно, ему, у него был инсульт, у него парализовало одну сторону, да, и как бы я ему тоже очень помогла, и он по больницам ездил без очередей, сидел и все как бы, и на процедуры ездил, и на массаж в салон хороший ездил, где работают только медики, да, то есть я ему обеспечила комплексное полноценное лечение, да, все, что у него было не бесплатно, как бы тоже я как бы его вытягивала, я его тоже, и сейчас наш папулька ходит сам один, прям по улице, и начал восстанавливаться, да, поэтому не мерите наш бизнес именно квартирами, именно чем-то таким шикарным, да, знайте, что вы в любой ситуации все равно с помощью денег можете даже свою родню спасти, поставить на ноги, да, спасти жизнь, вот это самое важное. Деньги дают не все, но очень-очень многое они на самом деле дают. Вот у нас есть директор на проекте, который очень много вкладывает в развитие своей доченьки, да, то есть, как даже вам сказать, дочка у нее участвует, бальные танцы, еще что-то, и еще там где-то, да, то есть у нее обалденный костюм, красивые, декорированные, дорогие, да, то есть она очень любит зарабатывать побольше и тратить на свою дочь, да, то есть тоже как бы хорошо. Поэтому, конечно, деньги это не только какая-либо материальная ценность. Кто-то любит путешествовать, да, а сами знаете, сколько путешествия стоит, да, если вот мы, к примеру, сейчас поедем вчетвером, да, вот, и это на самом деле. Вот, поэтому, да, вот у нас сейчас у дочки, у младшей задержка развития речи идет, да, как бы такая не слабая, да, и я могу обратиться к хорошим специалистам, и я могу за занятия платить нормальные деньги, и понятно, что я уже могу любого специалиста, которого хвалят, да, практически, да, пригласить к себе и с ним заниматься. Да, показать мир детям не только по телевизору, это тоже круто. Да, поэтому работайте, зарабатывайте. Самое главное, как вам даже сказать, да, самая главная наша цель это жить без границ и исполнять именно свои мечты. Да, именно свои мечты. Я всегда хотела жить в городе, да, я всегда хотела помогать родителям, а не наоборот, с родителей требовать. И моя мечта исполнилась. Я им помогаю, я им дарю подарки. Вот, и вот тут плиту им купила, телевизор купила, да, то есть помогла, ремонт оплатила, сделала такой простенький, но помогла. Вы знаете, это, конечно, приятно помогать родителям, ведь все-таки они нас вырастили, да, и имеют право на свою личную жизнь, сейчас, на данный момент. Вот, что хочется сказать всем. Олечка, привет, рада видеть директоров на вебинаре. Но все, у нас с вами 98 человек, и 8 минут мы с вами разговариваем совершенно не о том, но раз уж вы меня спросили, я вам просто рассказываю, да, 90, а уже 101 я вижу. Да, всем привет. Итак, значит, не забываем, что до конца каталога у нас ровно середина, и хочется сказать, что у нас с вами есть подарки в этом периоде, если вы их не донесете до своих новичков в виде писем, через Viber, через WhatsApp, Telegram, по сотовому телефону, еще как-то, то, конечно, новички об этих подарках могут и не узнать. Поэтому ежекаталожно старайтесь своим новичкам рассказывать, какие подарки им нужны. Ежекаталожно старайтесь распечатывать распечатки, допустим, по стартовой программе и смотреть. И люди, у которых выполнен первый шаг или сделан пробный шаг, обязательно оповестите их, что если они не сделают второй шаг стартовой программы или первый шаг стартовой программы, у них сгорит полгода подарков. Да, обязательно это рассказывайте. Всем, кто меня не знает, разрешите представиться. Меня зовут Кононова Аня. Мы старшие национальные директора. Открыли это звание и подтвердили за 2,5 года. Ну, уже полгода назад мы его, скорее всего, подтвердили. Старшего национального директора премия была, ой, наверное, в мае, 1 250 000 наша последняя премия.
Вот, и, конечно, я вам желаю таких же высот, желаю идти вперед, ни в чем не сомневаться. Компания платит хорошие деньги. У нас с вами бизнес без особых вложений, с настроенной логистикой и даже с личным бухгалтером, который ваши выплаты сам считает, да. То есть мы с вами работаем без рисков, да, не отвечаем ни за продукцию, ни за логистику. Мы с вами просто доносим информацию. И с одной стороны, кажется, что бизнес тяжелый, к вам никто не идет, но с другой стороны, если вы его научитесь доносить правильно, и сами будете уверены в своем бизнесе, что это ваше дело, что вы бизнес-вумен, бизнес-леди, да, бизнесмены, да, дорогие коллеги, то, конечно, все у вас получится. Самое главное – это серьезный настрой и очень позитивный, и верить в то, что к вам идут настоящие директора, настоящие лидеры, идти вперед, смотреть вперед и понимать, что компания официальная, легальная, доходы белые, передается по наследству. И мало того, что она передается по наследству, да, вы можете даже при жизни, да, в любое время передать ее своим детям, а сами, допустим, уйти на пассив. Да, как это говорится, а дети пусть тут заведуют, которые у вас вырастут потом. Вот. И сегодня мы с вами поговорим о том, что бывает, когда вы проводите свою первую регистрацию. Это слайд с прошлого нашего с вами вебинара, да, то есть основные моменты я вам сейчас озвучу и поедем с вами дальше. Значит, наставник вам дает полную подробную информацию, как регистрировать человека и что ему высылать до и после регистрации. Как раз сегодня был этот вебинар, мы его обязательно разошлем по чатам, обязательно мы его разошлем через сообщество, проверяем свои конвертики в сообществе Фаберлик. Все это обязательно будет сделано для вас, дорогие коллеги. Главное, тут быть очень грамотными людьми, да. И, конечно, мы с вами говорили о том, что если вас лидеры не хотят, допустим, находить в скайпе, то вы объясняете, что если лидер пришел по третьему варианту, то вы объясняете простые вещи, что камера, микрофон вам не нужны. Это, во-первых. Во-вторых, что вы еще объясняете, что в скайпе все директора, которые всегда придут на помощь, мало ли вас не будет в сети. Конечно же, в скайпе вся наша дружная команда. И когда вы будете работать, к вам будут приходить люди, у вас будут регистрироваться люди, то вы будете также иметь возможность добавлять в чаты уже своих людей. И когда вас уже не будет на месте, вашим людям будут помогать. Вот это вот самое важное. И лидеры спокойно находят в скайпе, устанавливают Skype, спокойно работают. Там также есть чат в Telegram, но я, к сожалению, там не сижу. В Телеграме нет такой крутой вещички, как демонстрация экрана. А я очень люблю демонстрацию экрана, и она экономит на данный момент мое время. Я пока не готова туда перейти и там работать, потому что все созвоны у меня на демонстрации экрана идут. Да, вот жду. Может быть, в Телеграме ее тоже сделают, и тогда будет вообще супер. Тогда мы с вами перейдем в Телеграм, потому что он более легкий и его легко тянет, как даже сказать, телефон, да, любой телефон любой марки, ну, если он, да, то есть не такой, не кнопочный, да, уже. Вот, далее, значит, конечно же, наставник вам дал полную информацию, и продажи, покупки вы регистрируете или под себя, или под последнего активировавшегося лидера, да, то есть мы с вами ведем работу в цепочку, но если у вас есть желание выполнить какую-то акцию, допустим, от компании, то вы можете регистрировать людей под себя. Я вот своим лично новичкам покупателей по первому, второму варианту не запрещаю регистрировать под себя, и в принципе они довольны, да, вот. Там боты хорошо делать в Телеграм. Олечка, что за боты? Не слышала про ботов еще в Телеграме. Вот. Самое главное, конечно же, когда вы зарегистрируете своего человека, добавить в чат командный, да, обязательно познакомить с вышестоящими наставниками, желательно с двумя, с тремя, или добавить в чат свои веточки, да, как вы хотите, да, как у вас устроено, да, и после регистрации, если регистрация прошла, лидер активировался, то вы подписываете его на рассылку для зарегистрированных и добавляете в группы. Сегодня все это на вебинаре
6 утра давали. И вот просим найти вас в скайпе, но для первого, второго и четвертых вариантов скайп не обязателен, можно его добавить, допустим, в группу для продавцов и покупателей, она у нас есть с вами и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Я туда выгружаю свои обзоры. Вот, кстати, сегодня один обзор я сняла. И, конечно же, буду рада вашим лайкам, да, буду рада вашим лайкам. Сейчас я его вам вышлю. У кого девочки 4 годика, это, конечно, вообще одежда наша, находка, потому что на самом деле я вот сколько не покупаю нашу одежду от Faberlic, хочу сказать, что детская одежда обалденного качества, и причем она идет по всем ГОСТам и СанПинам. То есть компания Faberlic несет ответственность даже за краску, которая красит детские вещи, да, то есть наша одежда полностью абсолютно безопасна для детей, и, конечно же, по такой цене, такое качество, с такой скидкой, причем покупая в компании Faberlic, мы еще и получаем подарки, да, за баллы по программе Faberlic Club, это просто невероятно шикарно. Конечно же, у нас с вами сейчас есть новички, которые первый раз меня видят и первый раз на вебинаре. Хочется вам сказать, что это 12-я часть нашего вебинара, и первые 11 частей вот будут по этой ссылочке. Эту ссылочку вы можете добавить в закладочки, и она у вас всегда будет под рукой. И мой очередной вебинар там будет светиться через полчаса после его проведения. Другое видео все делаешь, если человек не посмотрит первое видео или невнимательно сделает задание, то он не сразу... Да, Оля, все, да, понятно, очень даже интересно. Ага, значит, и, конечно же, дорогие коллеги, хочется с вами поговорить о том, что мне очень часто в личку пишут лидеры, что их бросили. Хочется вам еще раз сказать, что вы не брошены. На интернет-проекте обучение открыто для всех. Вам просто нужно найти вышестоящего директора и сообщить ему, что мне никто задание в личку не скидывает. Начните со мной обучение. Директор посмотрит, что да, вы в его структуре, и начнет вам высылать задание. Вот. Поэтому, да, давайте, конечно же, будем дружнее, будем самостоятельнее, да, и, конечно, поклон всем новичкам, которые меня в последнее время нашли, сказали, что меня бросили, и мы с ними обучаемся. Это очень здорово, это очень классно, что вы руки не опустили, а наоборот, находите макушку, и макушка уже вам говорит и выдает задание, и вас обучает. Молодцы, да. Я всех приучу, задания готовы, мне несложно их высылать, мне несложно созвониться, мне несложно, конечно, все наша команда. Да, и, конечно же, человек, который к нам пришел работать по третьему варианту, это работа в интернете, он обязательно нас находит или в скайпе, или в телеграме, да, где вам удобно. Я лично работаю голосом через демонстрацию экрана, и... мне обязателен скайп, да, вот я смотрела, ну, еще в Вайбере есть демонстрация экрана, в принципе, там тоже удобно, вот, обучать своих новичков в соцсетях не обучайте ни в коем случае, даже со страничек для коллег, даже если они под замочком. Такое количество ссылок, такое количество видео, которое идет на YouTube, на командный сайт, еще куда-то, ни одна страничка не выдержит. К примеру, у вас за месяц там прошло там 25-30 регистраций, да, так идет хороший активный лидер. Что получается, да? Получается то, что если вы будете не в скайпе их обучать, а со своей странички для коллег, то вас могут заблокировать за большое количество ссылок, которые вы высылаете. Поэтому мы с вами и работаем в мессенджерах, где за ссылки не блокируют. Вот почему. А страничка для коллег нам с вами нужна для таких легких постов, как «Ура!», там «Я открыла 6%», «Ура!», там «Мой новичок в моей команде открыл там 3%», да, то есть поздравлять, развивать свой бренд потихонечку, да, там «Ура!», я забрала по
допустим, по программе Фаберлик Клуб, там шампуни, гель для душа бесплатно, да, эта компания за заказы дарит еще подарки, да, то есть вот страничка брендовая, она нужна для чего-то такого, да, там, когда вы бываете на каком-то мероприятии от компании Фаберлик и выкладываете красивые, да, фотки, да, с неончиком или что-то типа этого, да. Конечно же, в скайпе весь наш коллектив, все наши директора, и если у него нет микрофона, да, или камеры, не обязательно. Я очень часто звоню новичкам, у которых даже нет камеры микрофона, а даже если есть, они стесняются, мне главное поговорить с ними, пусть они мне отвечают в окне переписки, тоже очень-очень удобно. Оксана, если их мало, то можно, но если постоянно, как вам даже сказать, если постоянно ссылки обучающие идут, да, шлепаются прям градом, да, в обед ты одному выслала, через час другому, через 2 часа третьему, и так вот по круговерти ссылочки полетят, и их вот в огромном количестве странички могут заблокировать, и всех коллег своих вы растеряете, и свой весь накопительный эффект, и, конечно же, продавцы-покупатели у нас с вами могут потеряться. Да, чтобы такого не было, конечно же, у нас с вами заведена табличка, которую вы ведете, да, веточную, обязательно в Гугле, да, табличку рассказывает и Оля Пенина, и Оля Дубяга «Правила построения», да, то есть про эту табличку вы знаете, скорее всего, кто не знает, приглашаю на вебинар от Оли Пенина, Оли Дубяги. Вот, и, конечно же, самое важное, что тут нужно понимать, что я вам рекомендую, вот настоятельно рекомендую, вот прям посещать все вебинары. Некоторые работают, у некоторых дети, да, то есть где-то вы прозевали, где-то вы не досмотрели, где-то вы вообще не смогли побывать. Вот на этот случай есть записи. Вот у меня, допустим, девушка, она работает 5 на 2, уезжает она в 7 утра на работу, чтобы к 8 попасть, и приезжает она в 8 часу вечера. То есть она в 8 часов вечера, она садится за компьютер, кушает и рекрутирует одновременно. И она выделяет 3 часа в день для рекрутинга. И она вот уже скоро выйдет на 9%, хотя пришла к нам всего лишь 4 каталога назад. Да, то есть вот медленно, но верно девушка идет. Как она приспособилась, да, я ее спросила, когда ты успеваешь обучаться, ведь у тебя выходные только суббота-воскресенье, ведь все равно тебе надо погладить, постирать, приготовить. Она мне сказала, что да, она это все делает, но она просто смотрит с телефона вебинар и, допустим, готовит. Да, или она включила на кухне ноутбук, да, у нее Wi-Fi в квартире, она готовит, и она смотрит вебинар. Если что-то интересное, да, она ставит на паузу и потом пересматривает получше, да. То есть, Анна, в шаблонах ссылки не работают в ВК. В каких шаблонах? В каких шаблонах? Шаблонов у меня много, к сожалению. Да, то есть очень много людей вот на самом деле едут на работу и вставляют флешку в телефон и просматривают вебинары. Да, просматривают вебинары, анализируют, кто-то в пробке по 40 минут стоит, да, и вот мне эта девушка-то и говорит, Ань, мне сейчас в пробках совсем не скучно стало. Почему? Я так вот задала вопрос, почему? Там же душно, там же толкучка, там еще что-то. Она говорит, ты знаешь, я говорю, знаю, что я скоро от этого избавлюсь, от этих пробок, от этих ранних вставаний. Я обучаюсь, да? Вот, и она смотрит вебинары вот во время этих пробок на работу, и я, говорит, даже нервничать перестала, говорит, куда-нибудь встану, говорит, в уголочек, и стою, говорит, смотрю, или, говорит, место мне сидячее достанется, я, говорит, еду, смотрю, да, вот. И самое важное, это, конечно же, понимать, что... Так, в каком... В наших, которые по вариантам шаблоны ВКонтакте, по вариантам шаблоны ВКонтакте. Даже не знаю. Пошли мне, Лариса, ссылку на этот шаблон. Сюда прямо пошли. Я проверю, мой ли это вообще шаблон, потому что директора многие создают свои шаблоны. И я не могу сказать, могу ли я там что-то исправить. Нужно еще выяснить, чьего директора это шаблон. Да?
А, ссылки контакт не пропускает. А, ну все поняла. Ну, смотрите, сократители ссылочек есть, все что угодно есть. Можете прям залить видео на свою страничку, закачать ВКонтакте и закачанные видео отправлять. Это тоже можно. Вот, только не забывайте переименовывать и так далее, да. То есть, если вы добавите с чужого канала видео, то там будут данные не ваши на регистрацию, поэтому скачивайте на свой YouTube и им делитесь. Вот, на кухне, да, то есть вот смотрите, и девушка вот уже за 4 каталога, да, я не скажу, что это супер крутой результат, у нас директор за 53 дня работает, да, на нашем проекте, это рекорд, но каждый у нас с вами растет по-своему, и если человек хочет, не хочет работать на работе по найму, он все равно найдет способ, как обучиться. Вот, значит, зовем каждого своего новичка на каждый вебинар, и тут важно понимать, что когда вы с новичком со своим созваниваетесь или переписываетесь после регистрации, самое главное сказать, что компания официальная, легальная, работа серьезная, в компании белые доходы, собственный завод, собственное производство, компания тестирует свою продукцию по ГОСТам, стандартам, СанПинам, не тестирует на животных, да, то есть вот это все нужно вам проговорить, что интернет-проект Фаберлик онлайн, он вообще шагает ногу со временем, скоро будет свой сайт. Вот, потом, значит, сейчас, да, мы выдаем свой лендинг, мы помогаем строить вам вашу структуру, да, вот, и, конечно же, это все нужно говорить, что это серьезная работа, да, вначале это работа, вы работаете, развивая свой бренд, и вы работаете методом рекрутинга в соцсетях, да, то есть, а потом это уже перерастает в бизнес, когда вы уже становитесь лидером 9%, вы уже лидер, под вами уже растет команда, и есть люди, которые рекрутируют у вас, и тоже, что получается, да, вы легли спать, проснулись, а у вас 2-3 регистрации без вашего ведома прошло, вам осталось только проконтролировать, все ли получилось, все ли хорошо, есть ли шаблон переписки по заданиям и так далее, да. Вот, далее, значит, обязательно нужно звать каждого новичка на школу, это прям важно. И, конечно же, дорогие коллеги, я перестала в личку отвечать на вопросы, когда меня спрашивают: «Ань, сегодня вела вебинар, расскажи мне, что там было». Потому что таких вопросов много, в моей структуре уже 30 тысяч человек, это старые тут данные, да, на проекте около 60 тысяч человек. И вот представьте сейчас, пожалуйста, если мне вот с моей структуры человек 100 за вечер напишет: «Аня, расскажи, что там было на вебинаре». Да, вы должны понимать, что это нереально рассказать, поэтому смотрите запись. И умнички те, кто пишут: «Аня, я пропустила вебинар, вышли мне запись вебинара». Обращайтесь к своим директорам, ваши директора рады выслать вам запись, чтобы вы обучались. Значит, далее. Ходим на вебинары и даже не думаем о том, чтобы от них отлынивать, да? Вот, итак, значит, наша работа с вами начинается с развития бренда, с рекрутинга и с обучения информации о компании Faberlic и с тесного контакта со своим директором. Мне очень часто пишут новички у моих новичков, и я их обучаю, я с ними созваниваюсь, и потом вышестоящие новички говорят: «Аня, спасибо, ты с ним созвонилась, он начал работать». На самом деле, мне хочется сказать, что сейчас, как бы вы ни обходили ответственность за свою структуру, а все равно вам когда-то придется взять на себя ответственность за свою структуру и начать самим высылать готовое обучение. Главное в нем разобраться, да? Вот. А пока мы с вами работаем по шаблонам переписки, скоро у нас с вами будет сайт. И самое главное, что через 2-5 дней работы люди, которые, ну, уже прошли, допустим, заданий там 12-13, да, или там 5-10, да, смотря по какому шаблону переписки вы обучаетесь, да, сталкиваются с трудностями. Вот абсолютно все до единого жалуются: «У меня не работают люди, люди не делают заказы, люди мало регистрируются, ко мне никто не идет». Или блокировка страничек, да, или я не умею обучать людей.
Вот. Да, ну и давайте с вами сейчас обсудим. Ответьте мне, пожалуйста, честно на вопрос из 5 пунктов, с какими сложностями вы уже успели столкнуться. Только честно, пожалуйста, потому что сейчас на вас смотрят новички, и они должны понимать, что у всех есть такие проблемы со всеми. Я не договариваюсь, я просто спрашиваю, когда вам удобнее созвониться, и все. Знакомлюсь, рассказываю о себе, потом человек рассказывает о себе и так далее. А с кем-то я вообще не созваниваюсь, и люди очень хорошо работают. Да, вот, то есть директора, которые очень много ведут вебинары, они могут созваниваться намного реже, потому что их знают в лицо, и да, соглашаются, потом молчат. Не настаивайте. Так и пишите, раз вы не хотите созвониться, давайте с вами начнем обучаться и скидывайте первое задание. Ага, значит, ну, практически, да, я зацепила весь охват проблем, который возникает. Как бы это ни смешно звучало, мне хочется вам сказать, что положительный настрой тут влияет огромное значение для вас, да, то есть чем более позитивно настроенный, тем более ровная ваша дорога к успеху. И более ровно, и более быстро, и у вас будет все складываться. Никогда не надо нервничать. Это бизнес, который вас испытывает. Вас испытывает в плане терпения, потому что не каждый выдержит получать 3-4 месяца копейки. Да? Вот тут самое главное, что вы торопитесь, вы нервничаете, вы стараетесь сделать, может быть, больше охват людей, или вам пару раз отказали, вы хотите, но вы уже так интенсивно не рекрутируете из-за того, что вам отказали, да, или еще что-то. И тут самое главное, обязательно не торопиться и быть очень мудрыми. Вы открыли свое дело, вы открыли свой бизнес. Вот о чем мне с вами хочется поговорить. Когда вы открываете бизнес на земле, в какие у вас вложения? Вам надо купить здание, вам надо это здание обустроить, вам надо нанять работников, вам надо оформить какую-то фирму, ИП или еще что-то, да, вам надо бухгалтера взять на работу, да, сотрудников, вам надо купить для них форму, да, ну, если, допустим, это какие-то продажи, да, или там офисную технику, если у вас офис, да, какие-то услуги вы предоставляете и так далее, да, даже открыв свой ресторан, вам надо купить столы, скатерти, посуду, крутые телевизоры, да, то есть там плиты, да, под все и все, все, это огромные вложения. Это прям вам надо отвалить несколько сотен тысяч, а то и миллион рублей для того, чтобы это все запустить. Так, вот тут мы с вами начинаем работать без вложений. Единственное наше вложение – это время и деньги на страничке, которые вы тратите на сайтах. Так и то мы с вами нашли способ, да, и он есть в шаблоне переписки, как бесплатно создавать странички, как их размораживать. Все это есть в шаблоне переписки Кононовых. Вот, лидеры, у которых есть, да, то есть, ну, пишите своим директорам, у них есть и тот, и другой шаблон, они вам найдут, вышлют, да, как это все делать. И, конечно же, тут немножечко пункты перепутаны местами. Давайте с вами начнем с 3-го пункта. Это люди мало регистрируются. Когда вы идете в соцсети, да, с позитивным мышлением, поверьте, у вас люди сами начинают к вам обращаться. Если обратите внимание на свои фотографии, обязательно обратите внимание на то, что вы... Да, вот 3-й у нас с вами пункт. Обратите внимание на то, как вы выглядите, хорошо ли вы выглядите. Да, вот когда я начала свой бизнес с компанией Faberlic, я очень внимательно свои фотографии все пересматривала. Да, то есть вы должны сами себе очень-очень нравиться. И вот лидеры, которые переставляют несколько фотографий, да, и вот они выбирают какую-то одну, которая им очень нравится, да, на самом деле более успешны в этом случае. И хочется вам сказать, что это просто невероятно круто. О, я сейчас только что узнала, что на нашей внутренней мини-ассамблее Эркин Арбачаев сможет выступить с мотивационной речью. Аплодисменты всем, кто будет. Я думаю, что это круто.
А, не сможет наоборот. Ну ладно, жалко. Жалко, не то прочитала. Ладно, хорошо. Значит, люди мало регистрируются, да? Посмотрим с вами. Все, аплодисменты отменяются. Я не то прочитала. Прошу прощения. Вот. И что дальше получается? А дальше получается, что новичок сделал свой охват людей, да, сколько у него страничек, у кого сколько сейчас страничек на данный момент, дорогие коллеги. Почему я об этом спрашиваю? Потому что когда новички регистрируются и начинают работать, у них обычно 5-10 страничек, 20 для них уже это много, да. Вот сейчас давайте мы с вами проанализируем, у кого сколько страничек, не стесняйтесь, пишите, если у вас одна, пишите у меня одна. То есть у вас должно быть три брендовых странички, обязательно, да, бренд или страничка для коллег, без разницы, это одно и то же, ну, на мой взгляд, одно и то же, да, вот. Молодцы, молодцы. Так, Ириночка, подтягивай количество страничек обязательно. Три в Фейсбуке, пять ВКонтакте. Мало, Галия, мало. В Одноклассниках хорошо. С 8 раз в 5 дней можно работать. Да, вот видите, у кого-то 20 страничек, да? Ага, 10 ВК, 33 ОК. Хорошо. Можно работать с 7 раз в 3 дня в Одноклассниках и с 2 раз в 5 дней ВКонтакте, да? То есть смотрите. Ага, 2 ОК, 1 ВК, Римочка мало. Еще странички делай, 10 ВК, еще пару сегодня сделаю. Лучше делать по одной каждый. Инстаграм 5. Все, больше нету нигде. Инстаграм только 5, да? Так, Зоя Лебедева. В Фейсбуке одна только брендовая, да? Страничка. ВКонтакте одна брендовая, одна рабочая. В Одноклассниках. Так, ну вот и теперь напишите, пожалуйста, дорогие коллеги, сколько у вас, допустим, в неделю, вот за последнюю неделю было регистраций с такого количества страничек, да? Сколько было? 12, конечно, где меньше 20, это очень мало, да? Вот 2 за неделю, да, было? 0 было. Не было две сорвались, двое думают, у кого-то, о, Таня Бусыгина, отлично, 6 регистраций, да, Таня умеет идти по одной регистрации в день, шикарно, у Ирины получается, да, ага, хорошо, 3 отказа. Ну, мой мир сейчас мы, в принципе, не работаем. О, Эльвира, отличный результат, как мы идем. Да, мы также шли вот да, по 10, по 9 регистраций в неделю. Мы шли, да. В день по 2-3, но регистрируют мало, так как без заказа. Каждый данный, а где рекрутируете, Леночка? Откликов много, регистраций мало. За этот каталог 0. В Одноклассниках. Так, пока не было. Два человека думают. Так, это новичок у нас, наверное, Светочка, да? Светочка Шматова, наверное, новичок. Два человека думают. Да, то есть, вот смотрите, мы сейчас с вами, я немножечко провела анализ, и мне хочется сказать, что, конечно же, люди, у которых побольше регистраций, я их очень часто вижу в соцсетях с классными позитивными комментариями, да, с очень классными. Оль, нет, не регистрирую без заказа, если честно, но у меня немножечко другое положение, да, то есть люди, которых я рекрутирую в соцсетях, муж мой, да, рекрутирует, он, конечно же, предупреждает о заказе, если человек говорит, я не готов сделать заказ, я не хочу, мы говорим, что, конечно же, если вы хотите начать свой серьезный бизнес, без сомнений, вы хотите, чтобы вам выдали свой сайт, вы хотите, чтобы вам помогали регистрировать людей. Конечно же, активационный заказ нужен, так как по правилам компании ни вы сами под себя, ни мы не можем зарегистрировать под вас человека. Поэтому бизнес без заказа начинать нету смысла, да? То есть и лидеры, вы знаете, многие
соглашаются на активационный заказ, но вот примерно где-то одна треть отказываются все равно делать заказы, но это их дело, как бы я не могу всех заставить стать миллионерами, я не могу всех вылечить от безденежья. Если человек сам этого не захочет, он не сможет потом и работать, да, то есть смысл тянуть человека на регистрацию за ушами и заниматься просто переписью населения, а потом смотреть, как они терминируется, да, в распечатках красится красным цветом и исчезает. Вот. Многие боятся, идут просто попробовать, и это нормально. Они боятся, но идут пробовать. Это значит, что у них есть надежда, и что они боятся, но они вам доверяют, да. И самое главное сейчас их запустить в качественное обучение и объяснить, для чего делать первый активационный заказ. Больше людей соглашаются, чем на бизнес. Скорее пробовать. Да, я тоже пошла в Фаберлик попробовать, если честно. Я шла попробовать, потому что я к вам пришла сюда после прошлой компании, и у меня были огромные сомнения. Мне нужна была терапия после прошлой компании. Вот, соглашаются. Если на первый вариант без отказа можно. Без заказа можно регать. Конечно, можно регать, Риммочка, да, этому человеку будут приходить. Да, подписывайте на рассылку для продавцов и покупателей, и человеку будут приходить акции, человеку будут приходить звонки на сотовый телефон, и человек, может быть, у вас активируется. Вы знаете, что интернет-проект Фаберлик Онлайн вышел на новый уровень развития, и сейчас всех ваших новичков обзванивает автоинформер. Кому новичок звонил? Кому автоинформер звонил? Кому звонил? Есть у нас на вебинаре люди, кому звонил человек? Да, вот звонили, да, Аня, у меня две девушки. Так, Аня, у меня две девушки хотят зарегистрироваться, но у них пока нет денег. Ждем, ждем, обычно ждем, да, сделать заказ. А без заказа нельзя другого регистрировать. Понимаешь, Зоя, если девушка зарегистрировалась, ты под нее не сможешь человека провести. То есть ты блокируешь веточку, и тебе придется этого человека или в бок отодвинуть, чтобы дальше ее вести, или все равно его нужно дождать, этого человека. Да, очень часто такое бывает, что мне люди отписываются. Я готова сделать заказ, меня можно регистрировать. Да. То есть просто будьте позитивнее. Звонили, да? Отлично. Двум людям всего с вебинара позвонили. Какие молодцы, все заказы вовремя делают, да? Автоинформер не успевает вас достать. Аня, у меня фотографий мало, поэтому каждый раз приходится менять код фотографии. Конечно, хорошо, что надо менять. Меняй, обязательно меняй. Автоинформер только по России. Где-то смски, где-то смски, а где-то по России точно звонки идут. А да, а где, погодите, Беларусь, там точно смски идут. По остальным странам надо уточнить. Автоинформер работает уже, второй каталог пошел. И вы знаете, результат отличный. Да, то есть я не помню общепроектный прирост. Кто помнит, назовите его, пожалуйста, кто был на поздравлялках. Я скажу свой, 11 тысяч баллов был прирост. То есть как бы летом 11 тысяч баллов – это очень хороший прирост. Да, после заказа звонили, да, автоинформер, да, Ириночка звонил. СМС всегда приходит, отлично. Спросите у них, Лариса, Россия точно обзвон идет, если номер телефона актуальный, да, поэтому обязательно просите, чтобы почта человека и номер телефона были всегда актуальными, потому что когда автоинформер набирает человека трижды и человек не берет трубку, он уже на четвертый раз, скорее всего, не звонит. Лена, вижу твой вопрос третий раз, и я тебе говорю, что по России обзвоны точно 100% проходят. Проходят 100%. Я подаю на тебя списки, не переживай. Второй шаг для новичка – это 2599 рублей или 5000 рублей, да.
2500 или 5000. И на следующий каталог они забирают набор стартовой программы за 300 рублей или за 100 рублей. Да, звонят только тем, кто заказ не делал, звонят тем, кто покрашен в желтый цвет, звонят тем, кому положены денежки в подарок и так далее. Конечно, все вопросы к директору, да. Просто мне вас хочется порадовать, что мы вам помогаем работать. Мы по вашим новичкам и письма рассылаем, и мы, конечно же, по вашим новичкам делаем обзвоны или рассылаем сообщения. И это очень-очень важно. Это очень важно понимать, что вы прям в надежных руках, на надежном проекте. Ваше дело идти вперед, регистрировать, обучать активных людей. Да, обучать активных людей. Вот. И самое главное, конечно, для нас с вами, это научиться регистрировать людей так, чтобы у вас было по одной регистрации в день. Если вы пойдете по одной регистрации в день, вы сможете умело повторить результат своего директора, своего драгоценного директора и, конечно же, наш результат. Мне бы это очень хотелось, я вам этого очень желаю. И, конечно же, когда у вас люди мало регистрируются, обязательно смотрите минимально, кому вы рассылаете сообщение. Некоторые не сортируют людей, потому что люди в сети, да. Если, допустим, у человека не горит значок онлайн или в Одноклассниках, допустим, розовый, оранжевый кружочек мигает на фото человека, он в сети. Или голубенький кружочек, значит, он с мобильного телефона, да, мигает. Вот, и иногда, вот у меня новички часто делают такую ошибку, что всем подряд посылают, делают охват людей хороший, а люди-то не заходят в сеть. Кто-то забыл логин, пароль, да. То есть нам с вами обязательно надо приглашать только тех людей, которые работают именно, ну, которые онлайн, да, извините, заговорилась немножко, люди, которые работают онлайн. А вторая ошибка, когда вы в поисковике начинаете самых первых выбирать, да, и получается, что верхние люди, которые самые первые, да, они получают больше всех приглашений, да, и уже от них нервничают, а нижние вообще могут одно раз в год получить, и то навряд ли, да. А что с этим делать? Обычно мы вступаем в группы. Нам без разницы, какие группы. Группы по бизнесу других сетевых компаний мы можем вступить, любых абсолютно, да. Мы можем вступить в группу мамочки в декрете, в группу памперсы, группу маникюр-педикюр. То есть вообще полностью без разницы, куда мы вступаем. Да, можем вступить в группу, это же сокровища пиратов, еще что-то, да. То есть можем там рекрутировать, потому что люди, которые сидят онлайн, наверное, захотят поиграть на деньги, да, поиграть, слово в кавычках. Мы выбираем участников или ставим вглубь. Первые три странички мы обязательно пролистываем, они просто нам не нужны, эти первые три странички. Вот, и из группы, прежде чем и начинать рекрутировать, да, мы каждый раз выходим и заходим, да, чтобы виднеться в новичках, и нам очень часто пишут предложения как раз люди из других сетевых компаний, а мы уже предлагаем свои привилегии. Очень часто такое бывает, зашли, вышли, нам уже начали писать, да, писать, приглашать, а это очень хорошо для модерации страничек, как раз, чтобы их не блокировали, чтобы вам писали первыми, да, вот такие хитрости мы всякие разные делаем, вот, и вам тоже, конечно же, советуем. Что еще хочется вам посоветовать, да, когда вы пролистали первые там 3-4 странички в глубине, когда вы выбираете людей, которые именно онлайн сидят, да, то нужно, конечно же, обязательно знать, что вы должны выбирать людей успешных. Если на фотографии какая-то бука, злюка, да, то недовольная жизнью женщина или недовольная жизнью мужчина, это, конечно, очень сложно с такими людьми потом вам будет в принципе. Я люблю выбирать фотографии успешных, красивых, целеустремленных людей, потому что мне с ними просто работать, потому что они меня понимают, да. То есть, как вам сказать?
Как обычно новички начинают рекрутировать? Они открывают странички, выбирают тех, кто победнее, да, у кого там похуже обои, похуже мебель, кто там похуже одет, да, вот все такое прочее. Вот это вот ошибка номер один, идти по таким вот людям, которые, ну, не хотят они ничего в жизни-то, да. Если я на такого человека нечаянно по ошибке натыкаюсь, я ему предлагаю, вот вы знаете, из всего охвата вот людей, которые не очень хорошо состояли в жизни, которые не хотят красиво жить, ну, я не знаю, 1%, наверное, ко мне пришел, так и то уже обратно ушли, да. Что хочется вам сказать тут? Вот самая главная мысль ваша, что вот даже если человек не богато живет, но он кичится на фотографиях, да, грубо говоря, пытается показать, что он хорошо живет и круто живет, значит, у него есть стремление к чему-то лучшему, да, это уже немножечко мы с вами в психологию залазим, это я точно поняла, это мои личные наблюдения, да, и вот такие люди охотнее идут в бизнес, чем люди, которые, у которых фотографии, да, какие-нибудь там бедные, еще что-то, да, вот тут выбирайте людей, которые вам симпатизируют и которые, то есть не всех подряд, кто онлайн, да. Конечно же, когда вы рекрутируете, очень много в чат кидают страничек на раскрутку. Молодцы, кто кидает в чаты на раскрутку. Во-первых, вы подаете пример своим же новичкам. Они видят, что вы работаете, они будут работать. Это дубликация очень правильно. И хочу выделить и похвалить всех, кто кидает странички на раскрутку. Да? Хочу выделить и похвалить тех, кто хвастается, что у них есть регистрации, потому что это важно. Важно, что кто-то думает, что ой, у меня нет регистрации, а другой написал, и тот тоже находит, думает, вот ведь у людей получается, и у него тоже начинает получаться, появляется какая-то уверенность, да, и вот когда вы ведете свои чаты и знаете, что у вас там есть новички, вы нашли регистрацию, вы напишите, что да, ура, у меня регистрация, да, вот, и, конечно же, еще люди мало могут регистрироваться к вам, конечно же, из-за того, что у вас фотографии там стоят детей. Да, детей фотографии, или вы там где-то в шубе, в валенках, да, или вы там на лавочке, там, не знаю, в шлепках резиновых, да, что-то нужно поменять в фотографиях, да, и, конечно же, внутреннее свое мышление. Вы должны быть уверены в том, что вы не идете, как кто-то говорит, с памяти доставать людей, да, а вы идете предлагать людям совершенно другой образ жизни, да. Как очень известный лидер в компании Faberlic, она пришла тоже из другой компании к нам, она открыла национального директора, да, то есть Нуридинова Светлана. Как она сказала, я врач. Я раньше лечила людей от болезней, теперь я лечу людей от безденежья. Мне это выражение очень понравилось, и на самом деле мы все с вами лечим людей от безденежья. С детьми можно, Танюша, и нужно, но не надо одного ребенка ставить на главное фото. Да, мы с вами предлагаем рабочие места без вложений, не только рабочие места, мы тут с вами меняем свое мышление даже. Вот заметьте, сколько всего новичок изучает, когда он приходит на проект, он создает, он становится таким программистом, да, таким, он чувствует, что он развивается, да, умственно развивается, морально развивается, становится сильнее, да, как лидер. Вот. Конечно, да, очень много фотографий, где просто цветы. Очень много фотографий, где вот лидеры смотрят там из-под лобья, морщатся там от солнца и такой зловещий взгляд. Переберите свои фотографии, чтобы там был только позитив. Почему еще может быть мало регистраций? Ваша лента занята одними приглашениями дружбы. То есть вы набираете друзей, не смотрите, что ваша лента вся в дружбах, и больше у вас ничего нет. Вы как личность пустой человек. Даже если у вас и стоит какой-то мотивирующий статус, то это мало. А старайтесь заполнять, да, свою ленту красиво. Вот, и вы знаете, раньше я своим новичкам советовала
делиться постами из каких-то смешных групп. Так вот, сейчас смешных групп просто так очень стало мало. Да, и когда вы постите свои статусы из каких-то смешных групп, пролистайте эту группу, скорее всего, там вы попадете на какую-либо рекламу какого-либо проекта и, может быть, даже пирамиды, да, каких-нибудь, может быть, биткоинов или еще какой-то другой сетевой компании. Да. И вы должны сейчас понимать, что вместо рекрутинга вы кому-то людей отдаете. Да, это тоже важно понимать, да, потому что вы лайкаете и несете фотографии, которые, ну, не совсем из тех групп, которые вам нужны. Поэтому сейчас я вам предлагаю, если вы хотите поставить классный статус, хотите что-то постить интересное, разнообразное, да, на своих страничках рабочих, то вам нужно обязательно скачать картинку, скопировать статус и все это самим вручную сделать. И не делать никаких ссылочек ни на какие группы. Потому что сейчас на самом деле вы сами себе создаете, ну, грубо говоря, вы работаете на других людей. Свои посты вам нужны обязательно. Да, да, вот, Танюша, обязательно свои посты. И что-то видоизменять, чтобы они были ваши, были оригинальными, да. Вот это, конечно, очень бы вам хотелось сказать, что вот люди, да, лидеры, у которых мало регистрируются люди, во-первых, имейте позитивный настрой обязательно, смотрите мотивацию на Ютубе, смотрите историю успеха наших директоров, которые каждую среду проводят отличнейшие, да, отличнейшие просто вебинары. Я сама иногда поражаюсь, вот был, да, вебинар Райханы Абдурахмонова из Таджикистана, которая провела вебинар, как она открыла рубинового директора, как она мучилась в прошлой компании, как она работала, оттаскала мешки с продукцией через границу. Боже ж ты мой, это кошмар, как ее обворовывала таможня, потому что незаконно была та продукция на территории Таджикистана. И когда она пришла в Фаберлик и открыла свой офис и начала легально работать, она быстрехонько открыла рубина. Да, она очень быстро открыла рубины, ей стало легко и просто, да, работать, потому что она помнит, как ей было сложно тогда, когда она работала с компанией, которая была нелегально на территории Таджикистана, да, и она оценила, как ей легко в Фаберлик, да, то есть все, кто, конечно, сталкивался в прошлых компаниях или в личной жизни с какими-то сложностями, они на самом деле растут в 2 раза быстрее, чем те, кто не видел сравнений, не понимает, как тут здорово, как тут классно, как тут круто. И это не просто я так вам сказала, а сказала, потому что многие лидеры не понимают, что не во всех компаниях есть сразу подарки, сразу скидка, да, сразу вам выдадут сайт, сразу под вас начнут ли регистрировать людей, да, вас будут бесплатно обучать. Очень многие люди берут деньги со своих же новичков за то, чтобы они могли расти. Да, и люди, новички платят. Очень много лидеров, пока человек, допустим, не пришел, не сделал 50 баллов, он даже палец о палец ради него не ударит. Ты 50 баллов не делаешь, я тебя обучать не буду. У нас такого с вами на проекте нет. Да, мы с вами помогаем, и единственное, да, что там забери акцию новичка, ну, это очень легкое условие, забрать акцию новичка, да, там идти по подаркам, если хотите, да, и то это на выбор, вы можете просто сделать минимальный активационный заказ на 800 рублей, и то вы получите сколько-то бонус-баллов в подарок по программе Фаберлик Клуб. Да, нет, вот, Наталья, да, есть вот такие вот, да, то есть мне тут недавно девушка писала, можно ли к вам, я ей говорю, перерегистрации ни в коем случае не разрешены, или ждите терминации, или вот, да, платите деньги за обучение, я говорю, я вам ничем помочь не могу, мое обучение на Ютубе, пожалуйста, смотрите открытое, смотрите, мне не жалко, обучайтесь, скинула ей ссылочку на Ютуб, и я никогда не пойму людей, которые берут с новичка, который еще ничего не начал зарабатывать, уже берут деньги за обучение. Тут, конечно, все реально, официально, легально и бесплатно для вас, да, и даже вот гуляют всякие рекламы, заплатить там 14 тысяч за какой-то курс обучения, да, и лидер
приходят с пустыми глазами после этого курса за 14 тысяч, это, конечно, тоже ни о чем, да, то есть вам обязательно нужно слушать именно практиков, те, кто практикуется и ведут вебинары, именно те, кто растут, те, кто варятся в этой каше, а не простые там спикеры, которые красиво говорят. Вы можете их 10 лет слушать, но так и не приступить к делу, а вам может просто нравится слушать, как они говорят, так ведь? Вот. Ну, вот так, Наталья, да, вот, я видела такие структуры, мне очень часто пишут, да, это Фаберлик, такое вот творится, что со своих лидеров берут деньги и требуют с них деньги, чтобы им дать обучение. У нас такого, как вы видите, нет, мы еще сайт подарим, мы еще про подарки расскажем, да, и все такое прочее. Поэтому, конечно, цените то место, где вы находитесь, да, даже если вам не с чем его сравнить, если вы нигде до этого не были, то вы все равно попытайтесь это оценить и понять, сколько для вас делает компания, сколько для вас делает проект, и если это у кого-то есть ли это, да, что вы пришли, а ваших новичков обзванивают, вы только зарегистрировались, а вам интернет-магазин от компании в подарок, вы сделали активационный заказ, а вам лендинг свой, вам надо даже сайт не надо, да, вы подписали новичка на рассылку, за вас проект рассылает письма, да, то есть оплачивает эту рассылку, да, вот, вы понимаете, просто нужно обязательно ценить и понимать, куда вы зовете людей, и тогда к вам люди пойдут лучше, легче, проще, и вы должны понимать, что мы даже обучаем ваших людей за вас, ваше дело зарегистрировать, донести привилегии и затащить на вебинар. Понимаете? Мне кажется, что это несложно, несложно, и это легко работать. Если вы свою работу воспринимаете как легко, и все наши новички, они стартуют легко, если знают то, что предлагает именно проект, не именно наша компания, да, компания Фаберлик это крутая компания, но еще ведь есть проекты, да, в интернете, которые тоже работают от компании Фаберлик, да, со своими названиями, и есть проекты, которые нам, лично нам проигрывают, потому что мы на данный момент на шаг впереди всех проектов, и вам нужно это понимать, и вам нужно это доносить, и вы должны это знать, что это наша с вами изюминка. Да, вот. Анна Анатольевна, кто меня так назвал? Костя, опять ты меня так назвал? Я еще молодая, не надо меня по отчеству, пожалуйста. Вот, да, поэтому, дорогие коллеги, скажите, пожалуйста, есть ли у вас еще вопросы, а потому что люди мало регистрируются? Так, смотрю, три вопроса сверху. Так, расскажите, как вы договариваетесь на первый созвон? Я просто спрашиваю, когда вам удобно меня послушать? А там я уже выясняю, смелый человек со мной разговаривает или трусишка, да? Возьмет он трубку с видео и будет разговаривать со мной голосом или просто будет слушать из переписки со мной общаться, да? То есть вот. Далее, стоит ли писать терминированным и пытаться их вернуть? Я пишу. Да, как говорится, а там хоть трава не расти. Я пишу. Аня, про лендинг. Можно подробнее узнать информацию? Лендинг. Сейчас я скину вам ссылочку. Что такое лендинг? И вы просто пишете своему директору и говорите, что я хочу его получить. И директор вам выдает. Лендинг выдается за или минимальный активационный заказ 800 рублей в течение суток, да, или он выдается... Или он выдается за 50 баллов, если вы делаете уже 50 баллов. Если вы успели активироваться в течение суток, смело идите к своему директору и говорите, что вам нужен вот такой вот сайт, такой вот лендинг, пожалуйста, сделайте мне. Да, вот. И в течение 3 дней он у вас будет такой сайт. Поэтому да. Какие еще вопросы, дорогие коллеги? Мало вопросов. 117 человек, а вопросов мало. Или я скучно разговариваю с вами, или очень понятно разговариваю. Распутайте меня, пожалуйста, почему так мало вопросов? Вот. Почему так мало вопросов? А, очень понятно, да? А, ну спасибо большое, а то я уже так засомневалась, думаю, слышно ли меня хотя бы. Рекрутируем. Виталька, молодец, молодец.
Да. Все понятно. Ну что ж тогда, дорогие коллеги, по полчаса у нас с вами не получается, но я с вами сейчас хочу посоветоваться, так как мы все с вами лидеры, и когда мы ходим на вебинары, не каждый может совмещать рекрутинг, обучение, вебинары. Мне сейчас нужно, чтобы вы на полном серьезе ответили на такой вопрос. Удобно ли вам, если я буду обучать вас час, а не полчаса, согласны ли вы на это, или лучше полчаса обучать вас? Как вы думаете, согласны ли вы на час? Напишите мне, пожалуйста, потому что для меня это очень важно, и ваше мнение очень важно. Согласны? Согласны, да? Потому что в полчаса я не могу уложиться, да? Я вот в 40 минут еще могла уложиться, но очень много и быстро тараторила и не успевала отвечать на вопросы. Лучше час, да? Лучше час, 45 минут кто-то хочет, да? Ну, в полчаса, как я обещала проводить курс, у меня не получается, потому что мне хочется рассказать подробнее. Два, нет, 2 часа это уже много, да? Полчаса мало. Согласны на час, да? Ну, давайте тогда с вами будем делать до часа и потом уже прощаться. На чем бы мы с вами ни остановились, все равно расходиться, да? Давайте вот так. Леночка, да, скорее всего, да, пойдет в обучение, но он у меня сейчас вот сидит в закладочках, и, в принципе, я этот курс, кто просит, я всем выдаю. Я всем выдаю. Конечно, буду рада, если вы начнете одновременно и бренд развивать, и учиться рекрутировать, и потом вы выйдете на авторекрутинг. Да, очень важно, когда вы в дальнейшем, да, вы же не собираетесь всю жизнь рекрутировать, да, всю жизнь тут вот рекрутировать, рекрутировать, да, у нас же с вами не линейный бизнес, у нас с вами мультилевел маркетинг, и мы сможем позволить себе рекрутировать бренда. И это очень важно понимать, что если вы рекрутируете брендом, то вы меньше разговариваете уже с людьми в соцсетях. У вас уже другое качество бот рекрутинга. И когда вы устанете бесконечно рекрутировать, вы уже, наверное, будете ну, вот, до уровня бриллианта подтвержденного. Да? Даже национального директора я рекрутировала очень много. Сейчас я вам честно скажу, рекрутирует муж и рекрутирует редко. Да, то есть вот мы с вами сейчас идем, кто не с первого курса с нами, да, не с первого вебинара, обязательно просмотрите. Мы сейчас с вами идем создавать что-то качественное, что-то для себя, да. А что за школа по турборосту? Я не знаю. Это, наверное, где-то не у меня. Я про нее не слышала. Мы сейчас вплотную заняты сайтом, новым сайтом, его наполнением. Когда будем пятый вопрос рассматривать? А какой пятый вопрос? Аня, про лендинг. У меня только вопрос про лендинг и 4 вопроса. Школа активного роста. Она уже идет, скоро окончится круг и начнется другой, поэтому заполняйтесь. У нас с вами розыгрыш по генератору будет. Будут выдаваться дипломчики. Обучение по турборосту, ну да, вообще-то это школа новичка, да. У нас с вами сейчас идет система Турборост Плюс. Когда вы приходите на проект, да, ваш новичок пришел, давайте так, ваш новичок пришел на проект, и он учится работать, учится рекрутировать, учится регистрировать. Первые 3 активные регистрации он проводит в вашу с ним совместную веточку, и после того, как он смог найти первые 3 регистрации, он регистрирует людей уже в свою новую цепочку. Да, вот. А, это мы уже с вами на следующий раз перенесем. Вот. Сейчас мы с вами разобрали, почему люди мало регистрируются. А я разошлю объявление по чатам, Наталья. Ага, все, поняла, поняла. Все, у нас с вами час прошел, мы с вами просто сейчас разговариваем. Вот забыла.